Что дома тебе? Садись. Что, твою мать, совсем с ума сошел? Какая война? Какая к чертовой матери война? Берлинские разведчики совсем с ума посходили. Каждый месяц у вас война с Германией начинается. Каждый месяц! Нет войны. Есть только ложь и дезинформация. Товарищ генерал-майор, я думаю, все же нужно сообщить товарищу Сталину. Ты что, совсем охренел? Знаешь, что начнется? Кто завербовал этого Умаева? На кого он работает? На немцев? На англичан? Может быть, ты тоже? Товарищ генерал-майор. Сиди. Значит так. Пошлешь рычаги на Кумаева, пусть он там разберется. Срок неделя. Все, исполняй. Есть. От 27 сентября ставкой Верховного Главнокомандующего дан приказ войскам Западного фронта под командованием генерал-полковника Конева, Резервного фронта под командованием генерал-полковника Буденного и Брянского фронта под командованием генерал-полковника Еременко передислоцироваться и занять жесткую оборону столицы нашей Родины, города Москва. Батя, дай прикурить. Кури, служивый. А что, немец тоже дает прикурить? Сунется. Право принять! Ее в три слоя это машешь, а? Раз, два и готово. Так в один слой пятнами пойдет. Скоро мы все тут пятнами пойдем. Ишь, черти метлами размахались. Метут, аж дым идет. Наверное, ждут кого-то. Валить надо. Ум сказывал, немцы под боком. Нового хозяина назначили.
Не нравится мне все это. Верно говоришь, батя. Товарищ уполномоченный, разрешите обратиться? Ну? Прибыли. Всем строиться! Быстро! Первый барак на выход! Живее! Быстро, быстро, скоты! Шевелись! Здравия желаю, товарищ майор. Временно исполняющий обязанности уполномоченного капитан Булыга. Добро пожаловать, товарищ майор. Прошу вас. Меня зовут майор Рычигин. Я боевой офицер. Временно ваш новый начальник. Линия фронта стремительно приближается. И дальнейшая судьба этой зоны уже под вопросом. Родина дает вам право кровью искупить свою вину на передовой. Добровольцам выйти из строя. Немцы группируют большие силы и наступают. Но наши войска героически держат оборону и проводят стремительное контрнаступление. Немцы несут большие потери живой силы и техники. А это значит, что в ближайшее время враг будет сломлен и поставлен на колени! Блин, сука. Киев просрали, фриц. Фамилия? Заключенный Коваль. Заключенный Коваль, по законам военного времени и за антисоветскую пропаганду ты приговариваешься мной к расстрелу. Беспредел, начальник! Не шмальнет! Стоять смирно! Заключенный, спокойствие в строю! Кто из вас знает, мрази? Как немецкие дивизии брали в кольцо наши безоружные батальоны, как голодные пацаны. Дядя сегодня нужно валить. Истекая кровью, прижались каждый клочок этой земли. Киев просрали. Мы умирали за Киев. Ты, убрать! Я говорю вам это, чтобы вы знали. Бесполезную овцу лучше зарезать, чем держать для нее пастуха. Там со мной сапер приехал, поставь его на удовольствие. Есть. ЗК, по баракам быстро! Бегом! Бегом! Смотреть впереди идущего! Не оглядываться, бегом! Товарищ майор, говорят, вы к нам прямо с фронта. Как там? Ну что? Давид Фрицев. Скоро сам увидишь. Ну да.
начальник наш, бывший, с зэками панибратство развел. Или вот еще. Пока политических на передовую не отправили, он с одним в кабинете закрывался. Часами антисоветские разговоры болтали. Входите, товарищ майор. Кабинет начальника. Стало быть, теперь ваш. Ну, у нас тут все чинно, товарищ майор. Полный порядок. Зона-то, сами знаете, перевалочная. Раньше тут никто не засиживался. Раз, два и на этап. Разрешите? Да, а как война началась, так начальство, видать, не до нас стало. Да. Последний загон уж месяца три как сидят. Хорошо, хоть политических нет. Пропагандой некому заниматься. Вот. Одна уголовка осталась. А этим что? Лишь бы жрать вовремя давали. Ну, вы тут осваиваетесь, товарищ майор. Разрешите идти? Нет. Здесь у тебя склад с боеприпасами в 40 километрах. Так точно имеется. Отправь моего сапера из десяток зэков, пусть выкопают котлован и уничтожат боеприпасы. Все ясно? Так точно. Скоро здесь будут немцы. Винтовки и патроны закопать. Точку отметить на карте для партизан. Снаряды и минометные мины уничтожить. Теперь ясно? Так точно. Список и личные дела мне на стол. Слушаюсь. Совсем нюх потерял. Ты что надо, мелочь? Разговор есть. Знаю, уходить собираетесь. Меня с собой возьмите. Вынюхал, падла. Порву! И кто? Пикассо. Мужик из второго отряда. Вобла бесполезная. Бараки красит. Что за погоняло? Политически придумали. Художник просто такой есть. Художник? Жмур, ты понял? Чё-то я не понял, а какой понт с тебе? Деревня тут есть неподалеку. Я вырос в ней. Там тетка моя живет, и она нам укрыться поможет. Эту деревню никто не найдет, ни немцы, ни красноперы. Чё нам немцы-то? Если хочешь быть здоров, убегай от мусоров. То, что ты вынюхал о наших делах, ты горе свое нашел. Понял? Слышь, Антипов, ты, конечно, вор авторитетный. Этот новый хозяин работенку подбросил. Надо бы сделать. Ты человек 10. Определи.
Антипа, мы же с тобой всегда ладили. А? Баба твоя с тобой будет ладить. Муса! Палач. Да, бать. Крот. Сыч. Штофа. А чё это? Бать, шутка. Зёма. Ну, эти. Двое. Вот это я понимаю. Порядок. Вот это! Дисциплина! А то развели тут отрицаловку. И маляр с нами пойдет. По окончании работы расстреляйся. Слушаюсь. Разрешите идти? Идите. Хлопов! Отправляй. Есть. Что, граждане заключенные, все готовы к общественно полезной работе? По субботам не работаем, а суббота каждый день. Тихо! Жаль, что война. А то тебе бы, заключенный Тычкин, в цирке работать, людей веселить. По машинам! Погоди, я тебя повеселю, обхохочешься. Без билета, пассажир. Разговоры. Начальник, поехали уже, а? Мы едем. Закрывай борт. Приятного аппетита. Кузов, боец. Хорошо. Ну что, красноармеец, вперед и с песней?
До 18. Объект установлен. Есть. Ну, здравствуй, Маев. Погода самый раз на карася, на рыбалку, верно? Иртегемен синегевештельбе. Мы с сынишкой, сколько, сынишка мой, по такой погоде на карася ходим. Энэмдэ хайот. Так что, правду говорят, зону закрывать будут? Так ясное дело, немец-то под боком. Ты на рожи эти посмотри. Ну, они ж сразу к фрицам на поклон побегут. Помню, как-то раз тоже зону закрывали. Так чтобы этот сброд по одному не расстреливать, я нашему командиру выдумал котлован взрывчаткой обложить. А этих там человек 40 с лопатами. Ну, мы их разом и рванули в братскую могилу. Я тебя попрошу, гражданин прокурор. Разговоры. Еще вопросы? Никак нет. Разрешите идти? Свободен. Булыга! Заключенного 332-718 ко мне. Срочно! Есть. Этот день было уничтожено 98 немецких самолетов. Суда Северного флота потопили два транспорта противника Ты сам-то хоть как, рыбалку любишь? Да! Да. А сам откуда? Да! Чего да, говорю, откуда сам? Ташкент! Ташкент! Какая-то у вас рыбалка, арбузы одни. Это главное, знаешь, как подкормить верно и место хорошее найти. Тогда клюет, так можно пару суток просидеть, понял, да? Да. Че ты лыбишься, курва, а? Ты же мне по третьему кругу уже должен. Забыл, а? Че ты? Ждешь, пока я тебя на куски приду резать, а? Ты че разгавкался, овчарка пограничная? Разговоры! Это что такое? Да я тебя падла! Маму, брат, ты! Ташкент! Ташкент! Назад! А, сейчас, через минуту. Стоять! Стоять!
Добегался? Батя. Что ты ходишь? Разрешите? Товарищ майор, заключенный 332-718 выехал на подрыв склада. Выехал на подрыв склада? Как выехал? Его не было в списке. Так, это... Колесников, самовольно. Товарищ майор, я разберусь. Разрешите идти? А тебе идет, бать. Сыч, не мели закон. Бать, ну что? Поляну подмели, харчи собрали, немного, но есть. Худо же никуда это. Бать, сюда. Тряпки собрал. Ты ровно, бать. Ну, правда, слегка попачкал, извини. Ну все, братва. Я художник. Будем прощаться. Будь здоров, взял. Давай, давай, батя. Счастливо. Давай, взял. Может, с нами в деревню пойдешь? Да нет. Нет, назад дороги нет, сам знаешь. Я к немцу подамся. В плен сдамся. Ну давай. Вольного воли. Бать, я этого бычка возьму. Бери. Взял. Возьмем, если пригодится. Давай. Пока, брат. Будь здоров, не кашляй. Мясо, мясо. Ну, а с этим? Правильно как. А нехай живи. Пошли. Товарищ капитан, разрешите доложить. Докладывай. В ходе проведения поисковых работ никого не обнаружено. Плохо ищешь, плохо! Люди сквозь землю не проваливаются. Так точно не проваливаются, но мы все прочесали, да и ночь уже. Продолжать поиски. Днем ищи, ночью, но чтоб завтра утром они у меня здесь, во дворе! Постойте смирно! Ясно? Вопросы! У нас людей не хватает. Еще вопросы! Никак нет. Разрешите идти? Выполнять! Есть.
Ну чё, куда путь держим, батя? Дорог на белом свете много. Нам правильная нужна, муса. А пока в деревне у маляра перекантуемся, мозгуем. А там видно будет. Вы как хотите, а я в Одессу сдерну. А чё? Там море, тепло. Молдаванку, молдаванку, Костя инвалид держит. Сработаемся, житуха будет. С одесского кичмана сорвались два уркана. Волк. А может, волк-оборотень? Да нет. Волк это. Оборотень на полную луну. А я одну историю про священника слышал. Как он пошел в лес и заблудился. Ну что? Смотрит. Волк сидит. И человеческим голосом к нему обращается. Если ты священник, то помоги мне. Отпой жену умирающую. А тот? Тот в страхе. Дрожит весь. А волк ему и говорит. На моем семействе страшное проклятие, по которому один мужчина и одна женщина должны 7 лет прожить волками. И если за 7 лет не умрут, то опять людьми станут. Не поверил священник волку. Вдруг смотрит, волчица, что лежала неподалеку. Вдруг сбрасывает свою шкуру, волчья, и в женщину превращается. А священник-то чё? Чё-чё? Ну-ка, жену ты, а отпел его или как? Да какая разница, отпел, не отпел. Вон они какие, оборотни. Синие карты. Запомнил? Че, крот? Убил. Что за обор? Ладно, кончай пургу гнать. Отдохнули чуток. Пора идти. Собирайте манатки.
Дошли. Наш дом вон там, на краю деревни. Забыл. Ключи, фраер. Надо всегда с собой носить. Не взди, сейчас распечатаю. Привет. Отвернись. Замочек-то не родной. Хитрая система. Сломали девочку. Милости прошу. Тетка что-то и не пахнет. Может быть, съехала. Война все-таки. Да. Шлять бы сегодня не будет. Ну нет, родненький, а? Вот. Ну что, дружок? Где твоя тетка? Братва! Я, кажется, хавчик нашел. Пикассо, глянь. Тушенку, походу. Вот так подвезло, а? Опа! А что, проглянь. Веселая у тебя тетя. Нифига себе. В стране голодуха, а у нее нычка, как в бомбоубежище. Ты чего ставишь? Рот открывай, жрать охота. Давай. Есть, батя. Давай. Ах, сейчас пожрём. Давай погоди. Быстрей. Держи, бать. Вот. Почему такой слабый? Зачем на шею позволяешь садиться? Покажи характер, будь мужчиной. Слышь, парень, ты не сей самое главное. Хочешь, я тебе финку научу картину писать, а? Малерить будешь не хуже Пикассо своего, Да не мое это. Смотри, как знаешь. Вот немцы молодцы. Все у них как у людей. Табачок отменный. Гитлер, уважаю, за пару лет всю Европу нагнул. Еще годик, и паханом мира станет. Ты че в натуре штопор, а? Батя, ну, не в обиду, но... Как от красноперых свалим, я к нему пристроюсь. На чужом хрене хочешь въехать в рай?
А все-таки интересно, откуда у этой тетки такое богатство? Или, может быть, это все-таки твое? А? Недоношенный. Кто здесь есть? Ты гляди в оба. Здорово, Левушка. Да ты не бойся, это приятель мой. Здорово. Где тетка Мария? Степан где? Случилось что, да? Ладно. Клавдия здесь? Ладно. Увидимся. Потерял чего? Здравствуй, Клав. Валька. Живой. Увезли и забрали. Говорят, написал кто-то, что шпионы они. Дашку тоже? Я как увидала людей во дворе с ружьями, испугалась. И сховала ее в хате у себя. Вот греха подали. Ну а что, в деревне-то есть чужой кто? Откуда тут взяться чужим? Тут своих не осталось. Когда война началась, всех мобилизовали. Дашку-то где теперь искать? Она у Архипа. Каждое утро к нему уходит, по хозяйству помогает. А он ее своим премудростям учит, как-никак знахарь. Мария говорила, что ты с финами воюешь. Ну, было дело. Да. А теперь вот с немцами воюю.
Я тут с отрядом из плена сбежал. Нам переждать надо. О, баба, я дура. Болтаю, болтаю. А вы ж то голодные. Веди. Веди свой отряд. А я баб созову. Мы скоренько еды найдем. Беги, давай. Ну, что ты стоишь? Беги. Ну, да. Живой. Ты чего там? Ну, чисто все. Точно? Чужих нет. Там бабы стол сейчас накроют. Так что ты позови наших. А я вернусь скоро, ладно? Давай. Дедушка, ну выпей. Ну как? Душица не доложила. Да я вроде сделала, как вы велели. Да, ступай, хорошо. Проходи. Чего стоишь? Он к тебе, Дашенька. Брат это твой двоюродный. Валентин? Валька? Валька? Точно, Валька? Ай, Дашка. Лысый. А ты все такая же маленькая. Сам ты маленький. Ну что это такое? Ну, краски весь. Я тебе потом все-все расскажу, хорошо? Там Клавдия на стол накрывает. Так, слушай, я пойду и помогу. Помоги. Дедушка, я Клавдия. Сходи, сходи. Как ты, дед? А, слава богу. Вот, тебя жду. Разговор к тебе будет. Сядь, не стой, как истукан. Нелегкая доля ждет вас. Страшная доля. Огонь вижу. Вижу, как плоть людская от пули рвется. Что же ты? Все как один, бандит, и ты с ними.